Редкий зверь для Российской Федерации. Это Passat B7 в кузове седан с дизельным двигателем на 170 лошадиных сил. Правда, тут был произведен чип-тюнинг, и сейчас неизвестно, сколько тут лошадиных сил, но точно более 200. Продаж в России в Автору есть всего лишь одна такая машина, и то это кузов не седан, а универсал. Машина 2011 года, и что самое интересное, пробег на этом автомобиле 250 тысяч километров, и коробка тут многим не любимая DSG, владелец на 130 тысяч километрах в коробке менял масло, и по сей день с этой коробкой никаких проблем нет, переключает плавно. Это я про надежность коробки DSG.